Шеф-повар Максим Григорьев. Минестроне с беконом. Классический рецепт итальянского густого супа минестроне отличается от обычных супов своей густой консистенцией. Да и название минестроне переводится как «супище». В состав супа входят разнообразные сезонные овощи. И это очень удобно, для каждого сезона свои овощи. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Бекон 250 грамм. Бульон мясной 1500 миллилитров. Горошек зеленый замороженный 200 грамм рам-рам. Капуста цветная 200 грамм рам-рам. Картофель 2 штуки. Лук репчатый 1 штука. Масло оливковое экстра вёрджин 1 столовая ложка. Морковь 1 штука. Паста фигурная 150 грамм. Петрушка свежая 4 веточки. Помидоры в собственном соку 200 грамм рам-рам. Смесь перцев 0,5 чайных ложек. Соль 1 чайная ложка. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Подготовить продукты по списку: картофель, бульон, бекон, морковь, чеснок, лук, зеленый горошек, капусту, помидоры в собственном соку, соль, перец, оливковое масло, фигурные макароны. Шаг 2. Подготовить овощи, порезать кубиком 1 морковь, 2 картофелины, 1 луковицу. 200 грамм цветной капусты разобрать на соцветия. Измельчить 2 зубчика чеснока, порезать 250 грамм бекона. Шаг 3. В кастрюлю влить 1 столовую ложку оливкового масла, разогреть и обжарить нарезанный бекон. Затем выложить все нарезанные овощи, 200 грамм зеленого горошка и немного припустить, минуты 3-4. Посолить, 1 чайная ложка, поперчить, 0,5 чайных ложек, перемешать. Шаг 4. Добавить к овощам 200 грамм резаных томатов, вместе с томатным соком, и 1,5 литра мясного бульона. Варить суп на медленном огне до готовности картофеля 20-30 минут. Затем всыпать 150 грамм мелких фигурных макарон. Довести суп до кипения, дать покипеть 3 минуты и отключить. Оставить суп настояться минут 15-20. Подавать суп, посыпав по вкусу зеленью. По желанию можно добавить в тарелку с супом тертый сыр. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.